Здорово, подписунчики! С вами Резан и Фокс. Всем привет! И мы... И чё, мы продолжаем играть, правильно? Да, в Dead Spills 3, конечно же. Мы не туда пришли, пошли. А какого хрена он показывает нам опять назад идти? Чё за бред? Ну да. Блин, пошли, ладно. Не на тот этаж приехал. Да как не на тот? Вроде на тот. На девятый, на котором я живу. Ты же кнопку щелкал. Да я тут уже 100 раз просто бывал. Ну не знаю, что я. Чё-то лифт тупит. Опять эти твари лезут. Задолбали. Ой, глянь, как прикольно так. Видел? Мои стрелы эти. С подсветочкой. Погнали вниз. Сейчас будем разбираться, что тут еще надо делать. А, вот, боже, тут дверь была. Вы мы слепые. Да вообще. Нам сюда? О, смотри, я... Казармы какие-то. Тут дополнительное задание. Да ну его нафиг, погнали. Давай по дополнительно сходим. Да ну, там нечего делать. Ну, давай сходим. Ну может, ладно. Как мы найдем? Ладно, давай, может, что-нибудь интересное. Раз ты хочешь. Казармы какие-то. Вы входите в казармы 163-го отряда. Пошли. Бонус миссия казармы жнецов. У них на логотипе Ктулху, кстати. Видел? Смотри. Нет. Вот, смотри. Похож. Подожди, отрезанные головы? О! О, видишь, здесь, короче, тайник с оружием мы найдем. Давай пока посмотрим, что у нас там в гардеробе. Так. Вот костюм легионера. Ну, у меня уже одет давно. Классненький такой. Мне понравился. А, броню хотел вкачать, но не получилось. Качаю воздух. Пригодится. И стразис. А, не, кинезис, нафиг не кинезис. Стразис мне. Все, чутка вкачался я. Давай. И я готов идти дальше. Так, боже, здесь я ни разу не был. Это же бонус миссия, только на двоих. Сейчас что-то будет. Эй! Сдохни. А вон там еще смотря не ходит. А, они еще стреляют, глянь. На, видал, как я вынес его? Вообще огонь. Просто огонь. В прямом и переносном смысле. Они задолбали стрелять. Стреляем в голову. У нас прям Call of Duty здесь начался. Поехали. А, нет, на вниз. Сюда. Спускаемся. Давай. Ты первый. Разведка. Посмотрим. Все там тихо. Прикрываешь? Да. Так, боже, а что это у нас тут? А, это же такая хрень, которую надо морозить. Что ты встал? А ну лежать. Вот тут может зарядиться. Кто-то голову забыл. Глянь. Так прикольненько, Фокс. Где, где, где? Да вот бошки. Ну-ка. Дай-ка подпалю одну. Оу, прикольно взрывается. Меня забыл. Ай, Фокс. Все, я успел. Был напряженный момент, меня чуть шипы не убили. Так, а какой хрен нам показывает другую сторону? Все, может быть. Подожди. Нам показано другую сторону. Непонятно немножко. Вот, я нашел, иди сюда. А, все, понятно. Отлично. Вот теперь наверх. Ну что, я полез?
Давай. Блин, такое чувство, как будто мы здесь уже были. Да? Нет, нет. Хотя был похожий момент, помню, в начале там. Но это не то. Эй, откуда ты взялся? На! Как я ему ногу отстрелил. О, глянь, он так прикольно рот открывает, и капюшон такой. Видишь? Где-где-где? Прикольные такие монстрики. А, ну да. Так, куда нам? Да вот сюда. Это знаешь, такие ходят чуваки постоянно в капюшоне, типа как Кенни. Да-да-да. Завязываются. Вот это, короче, ребят, что с вами будет. О, глянь, тут какое-то место страшное. Я зайду. Прям все в крови, символы. А, это не символы, это знаешь, типа черкают дни. Ну да-да-да. Кровью. Супер. Так, бошки! Бошки лезут. Жарим их. Жарим, тушим, варим. Чтобы больше не вставал, тварь. Давай. Ой! Ой! Жрут! Я тебя жрут. Ах ты, сука! Получай! Кенни долбанный! Рязан убил Кенни в Dead Space! Кенни клонировали! Живой? Да живой вроде. Так. О, глянь, немецкий китель. Где? Да вот. Да, да. Нацисты. Сейчас я тут это, за станком немножко. Ну ты как всегда. Потусую. Сейчас у меня чертежи какие-то открылись, дай-ка посмотрю. А я все равно ничего собрать не могу. Потом этих, как они называются? Лута больше соберу. Боже, что это у тебя? Что это? Ну-ка, стрельни еще раз. Где ты это взял? Что именно? Та пушку свою, которая так стреляет. Как? С таким звуком. Нет, другая. У тебя другая была. Да это не пушка, это тут... Вот эти вот штуки были. Вон они. О, снова летсплей крутят. Это когда я в SCP играл, там на экран, есть такой момент, на экран смотришь, появляется страшная рожа, и ты умираешь от припадка. Поэтому, Фокс, лучше не смотри. Мало ли еще сейчас что будет. Все, готов? Тут дверь. Да, готов. Погнали. Ой, привет. Сзади, сзади. Куда они берутся? Еще один! Фокс! Ни хренашечки их тут, глянь! Видал, как его откинуло. Нормально. Вот это у меня мощная пукалка. Пойдем дальше. Так. Что это? Не знаю. Здесь пакетики. Пакетики с кровью, как в DayZ. И тут еще можно пройти. Блин, короче, на сам разбирайся. Пойдем сюда сначала, тут головы, головы. Ты вот это открой дверь. Да нам хрен знает, куда идти, подожди. А, это круг мы сделали, слышь? Понял, да? Пойдем, ладно. Голова! Знаешь, есть такие зверушки домашние. Ну да, да, да. Представляешь, что такая зверушка дома? Приходит тебе такая... Маленькая собачка. Ай, сука! Подожди. Второй раз. Господи, я тут реально электриком заделаюсь. После того, как мы спасем галактику, короче, Фокс, я буду здесь ходить и лампочки везде включать. Давай, ну, толстый. По-моему, здесь уже были, нет? Хренов его знает, были мы здесь или нет. Стазисная оболочка. Ну,
Да не были мы здесь. Подожди, где наша пушка? Тут должна быть какая-то секретная пушка. Вот, все, в принципе, мы круг сделали. Ты, ёб твою. Да, все. Я взял там оболочку с Тразиза. Сейчас еще раз. Назад вернусь. Его больше-то нет ничего здесь, да? Ну да. Иди сюда. Сейчас еще раз посмотрим, что здесь. Жарим банку, Фокс. Ну как бы все, весь секретный уровень. Да ну не может быть такого. Вот хранилище мы пропустили с тобой. Кстати, что меня ударило? Там лазерная штука такая была. Во! Давай скидываем аптечки разные, чтобы взять вот это все. Так, что у меня тут? У меня тут патронов дохерища. Бросить, бросить, бросить. Так. Так, ускоритель надо обязательно подобрать. Да ешкин крабс. Так, ну все, я вроде все подобрал, нет? Подожди. Я почти все. Да божечки. Как здесь все удобно. Пойдем, все. Так, что же мы там набрали-то? Сейчас к станку подойдем, заценим. Ты идешь? Да, иду. То сейчас дверь закроется и все. Будешь там всю жизнь куковать. Лампочки вкручивать, да? Все, вот мы пришли. Тут где-то станок был, я помню. Подожди. Пойдем сюда. Едем. О, так прикольно, наверх смотришь. Что там у нас? Где ж станок-то был? Ладно, там по пути встретим. О! Говнори эти. Так, это другое место, наверное, да? Да, 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 это мы дальше по сюжету пошли. Снова все в говне, надо включить. Заходи сюда. Давай. О, отлично, ждем. А, откройте газовый вентиль. Ну боже, ну почему здесь всегда все через жопу? Хоть когда-нибудь что-нибудь нормально в этой игре вот будет работать? Пойдем там дальше. Не подходи к ним близко. А вот еще один Фокс. А, мы их взорвали уже. Все-таки плюнул, засранец. Бахнуло. Так. Нафиг. А, беги быстрее, Фокс! Назад! А, я горю! Фокс! Беги, беги внутрь. Фух. Фух. Закрываем двери. Жесть. Успели. Этот газ очень опасен. Мне, блин, за 2 секунды половину жизни снял. Это, знаешь, такой способ уборки дома. Ну да. Распыление химикатов. Мам, я убрался. Ой, боже, мне столько всего под... Дали. Короче, надо улучшать пушки. Сейчас. Усиленный огонь мне дали. Плюс. Для нанесения меньшего урона огнем. А нахрена мне наносить меньше урон, если мне нужен наоборот больший? Странно. Вот, снаряды лучше с Тразизом зарядить. Потом пушки.
Так, так, так. Посмотрим сейчас. Во, вот это вот. У меня верхний и нижний блок с максимальным уроном. Нормально. Короче, я вообще буду... Огонь. Ух ты, нифига себе, какая пукалка. Верхние цепи три. Три цепи смогу собрать? Подожди. Четыре, четыре. А, это не то, понятно. Ладно, я свою пушку проапгрейдил. Сейчас я секундочку еще не закончил апгрейд. Давай, давай, сейчас я тоже... Чуть-чуть осталось. Ничего, погнали. Погнали. Спасем галактику от говна. Лутаемся. Боже, что это за место? Так, проверим мою новую пукалку. А, мелкие твари. О, глянь, я когда стреляю, они даже замедляются, прикинь. Видишь? Ну, круто. Вообще огонь. Слушай, меня убивают. Меня тоже. Я тебя спас. Отлично. Охренели, черти. Стразис с Юзой. Задолбали эти школьники! Суки! Бей их, Фокс! Бей их! Они берут нас числом! Ты чувствуешь, вот они до бесконечности будут появляться? Все? Вроде все. Успокоились? Слушай, а как ты так сделал, чтобы у тебя это замедляется? Ну там это, блоки, верхний, нижний. И там дай-ка такая... я попробую. Сделать то же самое. Стразис поддержка. Сейчас я вернусь к этому станку. Вернись. Надо поставить. Очень удобная вещь. Давай сейчас здесь разберемся, и мы назад же все равно будем идти. А, ну давай. Где-то тут. А, все вижу. Розетка Кристофер. Отлично. Посылочку отправили. Так, нам надо вперед идти. Ну давай назад вернемся. И ты пушку себе сделаешь. Ну чё, ребята, мы помудрились с пушками, да, Фокс? Да. Оу, фига ты тут сделал. Так, а смотри у меня теперь что. Во-первых, я теперь стреляю вот таким вот зарядом. Неплохо. А во-вторых... Скорострельный автомат. Нормально. Погнали. Вот. То есть и вроде как обе для дальнего боя, но одна нереально будет мощная вблизи, а во-вторых, вот этот вот автомат, у меня еще стоит стразис поддержка. Будет замедлять? Да. Все. Вообще, короче, сейчас... Ух ты! О, видишь, прям, я стреляю по ним, они замедляются. Да отойди ты, я не могу стрелять. Готовы. Вот это проверка. Да. Это было круто. Лут, 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 лут. Все, идем. Так. Так, мы снова на поверхность вышли. Сдолбали, а то реально меня эти... Ну да, катакомбы. Да. Постоянно не бегаешь. Пойдем вот сюда. Ага, нам наверх. Так, а это... Чё за... Ай, он по нам стреляет! Фокс! Нам надо бежать, мы его не снимем. Убегаем. Бежим, бежим, бежим. Перекатываемся.
Аптечки, аптечки. Вот выход. Эй, охренел, тварь. Давай, заходим. Фу. Мы спаслись. Этот хиппи очкастый меня достал. Я его кокну когда-нибудь. А вот, быстрый! Ты видел? Да-да-да. Это, короче, быстрые такие. Пошли. Сейчас я ботик поставлю. Глянь, что он делает. Охренеть. Манать. Это супер монстры. Вот здесь я, там... Я бота ставлю, подожди. Так какого ты бота ставишь? Ох. Опасные монстры. Стазис поддержка. Нет, так нельзя, кстати. Пришлось. Да, хорошо, что есть. Да их можно, в принципе, вот так вот поворозить. Но они даже после этого очень быстрые. Получите, твари. Еще один. Неплохо мы их тогда раскинули. Пойдем. Винтовка с автоприцелом. Нифига себе. Вот это вот надо будет посмотреть, что я взял. Буду стрелять в стены, а они будут лететь прямо в них. О, мы круг сделали. Все, мы, наверное, уже пришли. Собрали. Так, а что нам какой-то странный кадр показан? А что ты? Что там, Фокс? Ух ты! Ты это видишь? Да, что за хрень? Что за... Боже. У меня ж мурашки по коже. А что там? Пошли вниз. А что ты там взял? Что-то какой-то солдатик опять был. Тебе вечно оловянный приход. Боже, ну ни хрена ж ты себе. Ну ты же видел это? Я не видел оловянного солдатика, я не видел. Но я видел, что я стал каким-то страшным монстром. Ты что, меня не видишь? Нет, я тебя вижу. А что, он орёт Дилан, Дилан? Так он Диану зовет. Диану? Да, жену типа свою. Нифига себе. А, мы тут... Мы же были в этом месте, не? Нам сюда. Давай, сейчас. Потом надо будет к этому лифту вернуться. Так, сейчас. Ты там где завис? Да тут-то я. Погнали, интересненько стало. Вот это замесы. Иди сюда. Да вот сюда надо. Да не сюда нам, вот сюда. Да нет, нам сюда. Мы отсюда пришли? Оттуда пришли, нам сюда надо. А, ну пойдем. Ты же у нас вроде псих, ты знаешь, куда идти. Блин, ну и чертовщина. Что ты все время наверх смотришь? А вдруг кто вылезет? Да ладно, это не страшно. У нас же такие пукалки с тобой. Ну да, согласен. Всех снимем. Йоу, зачитай рэпчик, Фокс. Изоляция обелиска, мать вашу! Суки! Долбаные! Давай здесь закончим? Давай. Да, ребята, что будет дальше, узнаете в следующем выпуске. Мы, как всегда, заканчиваем на самом интересном, да? Да. И это правильно. Всем пока!